максимум весит с чехлом. Это вес, да, у нас идет 450. Этим топором можно ошкурить зверя, вот он. Точка приложения силы над рабочей частью. Ошкурить и разрубить на пайке можно без колодки. Вот он рубит, смотри, это сухая сосна. Сухая сосна. Я просто кидаю. Рубит за счет скорости. И срез какой, как отпилено, так? Вижу, вижу, да. И мы да. Дерево срубит. Есть с ножевой ручкой, но он сказал, ему в лес. Чтобы камеры не попасть. В лес, ага. Это самое, и разрубить кого-то. Вот поэтому точно такой же топор оставлен ему в Великих Луках. А рукоять это орех, да? Да, что? Это кавказский орех. Ага. Понятно. Ну, короче, вот он. Вот такой ему и пойдет, да? Да, такой пойдет. Я специально, чтобы не рисковать, оставил. Все понятно. Ну, где-то 400 с чем-то. Такие 350 весят. Этот потяжелее. До 450. А вообще по топорикам выбор разнообразный, да? Я смотрю, там штук 10 у вас где-то видов, да, так вообще, наверное? Ну, есть, да, маленькие. Есть что выбрать, да? Сейчас проблема с опушками. С чем это проблема? Опушки, которые не сделали. А почему проблема? Ну, пока не решил я вопрос. Понятно. Но попробовал это самое, не успел на выставку. Сделал типотяпки топор с рамной ручкой. Ну, попробую. Надеюсь, на недельке добьюсь. А знаете, еще вот вопрос, не могу понять. Вот это как назначение? Вот такие, ну, такие это, же. Да. Не, вот эти же. Красавцы. Как это? Что это вообще? Это нож для забоя крупнорогатого скота по горлу. А, это для забоя? Под конкретного человека сделано. Синкова Игоря Павловича, Псков. Они держат быков, то есть был 9 месяцев 700 килограмм. Стоило содержание, родистые быки, нормальный год. Этот выводит твой стоилок, привязывает к заднему мосту 150 ниже позвоночника. Сонное горло и резко вниз. Конкретно. Вот это для валки мяса. Тоже крыло кости сделал нож. Это в 19 году. Первый нож у меня такой купил. Ну, это уже, будем так говорить, профессиональное направление уже, да. Конкретно, да. Ну, кто-то режет обнимашки. Ну, вот как бы, ну, валят и режут на себя. Вот нож. Ну, типа тоже мясницкий нож, да, уже как бы? Ну, это походный разделочный, эти раз разделочно походные, ну, конкретно. Когда люди подходят, я говорю, если что-то хотите приобрести, а не подлечить меня, скажите конкретно, что собираетесь сделать, покажите руку. Я скажу, что вам подойдет, как мне так говорится, за базар отмечу. А вот такой вопрос, у меня аудитория, ну, интересуется кухня, вот это все. Вот что можно... Чисто кухонный, да, вот... я не делаю. Чисто кухонный нет, да? Чисто кухонный нет. Вот нож самый большой, их 7. В этой серии. Кухонный охотничий боевой. Ну, вот таким я конкурс зарубал его. Вот. Он кухонный хороший, охотничий, ну и боевой. Я показываю, что он летает и рубит, и динамическую защиту показывает, что такое. А ветки можно, да, с ним? Ветки рубить можно, да? Дерево можно рубить. Понял. Не, я зарубу-то помню, да. Ну так. Все, вопросов нет. Все. И после этого он опять будет весь. А на зарубе этот был, да? Такая модель. Вот конкретно нож УАЗика, которым я выехал, УАЗика. А, понял. Кстати, а цена сразу так будут спрашивать на камеру, если... От 10, такие от 10. Ага. Самый дорогой нож, это у меня нож тяпка вот этот. Этим ножом можно, но это не лосей, не быков рубить. Это крупного сама, там, индюка, гуся, красиво так. Но если им надо нарезать бутербродики, хоть канапе, он конкретно управляет. Размер имеет значение до тех пор, пока стоит. Ну, как-то так, да? Для любой области жизни. Любой области жизни. Так они. Вот он управляет. А как он на руке лежит? А попробуйте. Конкретно лежит? Вроде бы большой, но он. Ну, управляемый? А он, главное, вот есть за цепочку. Да, а они все. Я говорю, моя задача сделать инструмент, который у пользователя не должно возникнуть вопросов. Как его держать?
он автоматически должен сесть. Еще он подскажет, как им работать. А как держать, любой возьмите. Когда говорит, этот удобный, этот удобный. Я говорю, давайте сократим время. Тупых, неудобных и ненадежных здесь нет. Мне с ними не по пути. Ну вот, вы взяли нож первый раз. Попадался мне красивый нож, все. Берешь нож, он неудобный, он просто неудобный. Владимир, а вопрос, вот это, ну я так понимаю, что центровка здесь у вас как бы не последнее место занимает. Не, а как вы ее добиваетесь? Те ножи, которые не три в одном, не подходят, они сбалансированы не просто вертикально, а горизонтально, а сбалансированы в том положении, в котором он работает. Видите, 100% заточенная поверхность ниже пальца. Те, которые три в одном, так. Три в одном, ну, типа этого, они, ну, тяжелые. Как бы, ну. А я вот хочу спросить, это расчет какой-то, или это вы делаете на глаз, или как это? Нет, вообще? Это есть какая-то система? Ну, как? Вообще, как это делается, да? Ну, добиваешься на глаз. Баланс. На глаз, да? Да. Или есть какие-то расчеты прям свои? Не-не-не, я все это самое. Ну, я говорю, принципы построения я объяснял уже это самое. Так вот, хоть тот нож, который, хоть этот. То есть, грубо говоря, я скажу, есть ли формулы, скажите, формул нет от таких, да, вот там, каких-то? Формулы нет, просто. Понятно. Ну, за счет формы, ну, как, я делаю нож, пока он мою... Как мастер, да, кроме вас руку, его никто не сделает, пока короче. Пока руку не устроит мою, он к людям не попадет. Тот он задуман так, значит, таким он должен быть. То есть это такой нож, это только ваше? Я когда делаю новое изделие, не так, как оно должно выглядеть, какие функции должно выполнять конкретно. Вот этот нож, мне в 2020 году он появился первый, значит, я зарядил так, должно быть три в одном, кухонный, охотничий, боевой. Я не рисую, а делаю деревянный шаблон, по нему мне вырезают лазером или плазмой, сейчас только плазмой, к сожалению, это самое. Я 7 раз переделывал шаблон, и с третьего раза в металле я остановился. Я добился, он три в одном, конкретно, рубит, колет, летает. Все, понял. Ну, вот динамическую защиту я говорю, что их такое с ножами, конкретно. Отлично, все, я понял. Хорошо, все, разобрались. Ладно, спасибо, что рассказали про свои секреты. Все, вам здоровья. У меня девиз такой. Совершенство – это бесконечность в квадрате. Оно только Господу, я верующий человек. Оно доступно только Господу. Заведомо зная, что конечная цель недостижима, хочешь по праву, ну, честно, перед собой хотя бы считать себя мастером, всю жизнь к этой цели должен идти. Что я и делаю. На сегодняшний день 67 разных моделей. Совет от Владимира Курчанова, да. Спасибо, Владимир. Здоровья вам, счастья. Пошлите. Все, спасибо. Удачи. Пока-пока.